гости к собакам приезжают не с пустыми руками. Им привозят корм, игрушки, но самое главное, чего ждут несколько сотен хвостатых – внимание. Владимир Харитонов – частый гость в этом приюте. В каждый свой приезд обязательно находит время на прогулку. Питомцам очень необходимо общение с человеком, так как это помогает потом в пристройстве собак. Конечно, помощь эта крайне нужна, и призываю всех оказать любую посильную поддержку приюту. На призывы с удовольствием откликнулась Олеся Климачева. По ее мнению, самое доброе и полезное дело, которое может совершить человек – помочь братьям нашим меньшим. Мы сегодня провели замечательное время с нашими животными, четвероногими друзьями, которые проживают в этом питомнике. Питомник, замечательно, вывели на прогулку наших собак. Собаки довольно активные, побегали, попрыгали. К добрым делам присоединились и активисты партии «Единая Россия». Они привезли хвостатым корм, миски и необходимые животным предметы гигиены. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.